Друзья, привет! Вот вам такой новый подарок, новогодние наши праздники, которые уже проходят. Никак не могу объяснить многим о том, что синхрогимнастика по методу ключ – это подбор из миллиона возможных упражнений, именно тех, которые хочется продолжать. И никак не могу объяснить, что это не принцип шаг за шагом, который называется step-by-step, а совершенно новый принцип подбора путем перебора, по критерию, подобрать то упражнение, которое хочется продолжать. А сам процесс подбора путем перебора приводит к тому, что открываются творческие качества и возможности человека, которых даже и не предполагал. Все так интересно. Раньше принципы упражнений, которые люди делали, там в самых разных методах. Там внимание надо фиксировать на самих упражнениях. А здесь новый вектор внимания, которого раньше в мире не было. Подбирать то упражнение, то действие, которое хочется продолжать. Я повторяю это несколько раз для того, чтобы это запомнилось. Здесь как раз таки я повторяю, как раньше на школе учили. Повторяй, пока не получится. А здесь я повторяю это. Добавив туда тот принцип, о котором я сказал вначале, принцип подбора путем перебора. Это новый принцип обучения, который позволяет каждому из нас сбрасывать стресс, выходить на состояние глубокой душевной безмятежности. И когда мы делаем эти упражнения, внимание наше не на самих упражнениях. Упражнение ведь это инструмент, это средство к достижению цели. А цель у нас простая, которую мы никогда, случайно достигнув, не ценим. Это внутреннее состояние свободы. Состояние свободы дается в нулевом состоянии, например, в состоянии душевной безмятежности, которое мы можем направить уже на достижение каких-то любых целей, которые раньше мы не могли достигнуть. Это новый подход. Смотрите мои ролики, и вы все поймете. И в Телеграм записывайтесь, и на YouTube-канале. Все это очень интересно. И не только интересно, а дает вам новые возможности в наших условиях неопределенности. Сохранять свое человеческое «я», свои творческие начала и расширять свои творческие, адаптивные и физические возможности.